Onda ikona. Čka nais balus. Год пробег цена. 19 год 19 тысяч. 19 год 19 тысяч, 32 тысячи пробег. Миль. Узкоглазый, видите? $18 год, $19,000. Hyundai Sonata. Full, да? S? SEL комплектация. Уже за этот год растаможен он? Да. Год растаможки, эльквазаж, товар ЕАЭС, да. Кшаца? 63 тысячи миль, да? Да. Паспорт не крашена, не битая. Тканевый салон. Вот здесь еще одна Kia Sportage с монобровью, друзья. АВД полный привод. Тканевый салон, монитора нету, двойной мультируль. 2017 год. А, это я уже показывал вам. 17500. Из кейс? 18 год, да. Вот они номера телефонов. Если интересует, звоните. Оптима. Mazda 5 minivan. Ничка наги на балюс здесь. 8 тысяч цена. Инч мотора. 2.3 дохц мотор. Кшаца. Инч эйр арцена махпереш челесети. Балника варенчи. Кшац ничка на. 160 тысяч пробег. Руля перекидкая из Америки, заводской левый руль. Еще одна Mazda 6. Гина, гина. 16500. Комплектациан. Комплектациан. Туринг комплектация. Так. Kia Forte Sakanisa. 11500. Дальше идет здесь Infiniti 2008 год. 3.5, 60 тысяч миль пробег. Мишка на балюс. 10800 Infiniti EX35. 2008 год. Ага. Скана. Тива. 2008 год. 3.5 мотор, да? $9000. Форматик. Американция. Из Америки, да. Черный салон, белая, этот щиток приборной панели белый, дубовый руль или руль-косточка, кому как удобно. Если на Карелем, че? Так, Kia Soul, давайте спросим, сколько стоит. Шесть пятьсот крайняя цена с катализаторами.
Кшац ничкан, а? 155 тысяч пробег. Альфа Ромео Джулия. Оф, красный салон. Уля-ля. Шикарный какой салон, цвет, отделка его, дизайн и архитектура. Ничка найс, брат. 27 тысяч цена. Год и пробег. 17 год, 37 тысяч миль пробег. 25 тысяч, друзья. Вот этот шикарнейший Lexus F-Sport купе. Цвет белый жемчуг. RC 350 F-Sport. Шат, ну, Тива. 15 год, да? Пробег. 56 тысяч. Майл? Нет. 56 тысяч километров пробег. Объем двигателя и лошадиные силы. 3,5 мотор, 306 лошадей. Угу. Вот он. Все в кожаной обшивке, и двери, и салон. Боковые поддержки, перфорированные места. Электропривод для регулировки кресел, да. Да. Ага. Все в электрическом режиме. Угу. Сзади тоже есть места. То есть пятиместная получается. Так, мультируль под рулевые лепестки. Коробки НКНИ Астичана. Хапац неркац тэгэр? Шитна. Бампер, да, только? Да. И все. А капота карак бацай. Так, посмотрим сейчас. Вот номера телефонов на всякий случай, да. Пин-код. Классно. Вязев мотор, а? А. Кани цилиндровный. Швидам. Воздушный фильтр. Так, сейчас заведем двигатель, послушаем его работу. Зверь мотор. Ինքեն բան ռեժիմներ ունի, դեռ մեզ հարմոնի ու կայքավատես անում, դրիֆտների, հետո առանձին սպոր. Да, различные режимы здесь есть и для дрифта, и для комфорта. Все режимы есть. Все. Merci, спасибо. F-Sport обвес. Ռուսաստանում 37,000-ից ավելի է. Հա. Ես երբ եք բերել? $25,000 цена. Ռստամուշկեն 21 թվի. 20 թվի, հա? Восторможено в 2020 году. Так, Land Cruiser 200. Эсинчка нахперес байлюс.
О, давайте вот эту беху снимем. Красивые какие фары. BMW ничкан, а? Валюс. Чкан? Тасиот. Тасиот, это кузов, на? F30. F30, 17 тысяч, друзья. Цена? Кшацну мотора. 2-литровый турбомотор. Кшаца? 90 тысяч километров пробег. Хапац на иркацтеге. Капот и крыло заменено. Кожаный салон. Эмми? М-пакет, или? А, М-пакет, да, извиняюсь. Класс. Стамес? Часть. Настил. С... Я Акрапович, а ты чинакана? Чинакана, остров. Акрапович, астан. А, понятно. Выхлопа, Акрапович. Да. Чип, машина подвержена чип-тюнингу, катализаторы из-за этого сняли. Без катализатора не даунтайп. Даунтайп, да. От капота бацек. Беха для драйва и кайфовой езды. Айса. Twin Power Turbo. Все. Merci, Шат. Эсинча. Эсинчка, нахпеш. 11 400 мотор, X5, E53 кузов. Так. Поршен, инчка, на? Поршен. 16-й год, Порш Панамера. 16-й год. Панамера 4, да? Пробег и цена? Пробег 120 с хвостиком. 120 с хвостиком. Пробег, цена? Цена, ну, 56 для начала. Сколько? 56. Объем двигателя какой? 3,6 объем. Небитая машина. Полюс. Так. Вообще небитая. Вот какой классный цвет салона, смотрите. Шоколадный. Porsche Panamera. Море по колено. Люк банчуни, а? Люк. Панорамный крыша в Чили, ну, сранцицкий. Так, трехзонный климат-контроль, здесь индивидуальные регулировки, настройки. Так, 20 дюймов, да. Porsche Panamera 4. Вот номера телефонов, если интересует, звоните. Так. Далее идет Гелендваген, друзья. Какой год? 16-й год. Мотор? 6,3 AMG, да? Да. Сколько лошадей? 544. 544 лошадок. Цена?
Сколько? 90 тысяч долларов цена. Пробег? Майл? 40 тысяч километров пробег. Так, диски — это его этот Брабус, да? Оригинальный? Так, кожаный салон, обшит в ромбиках. Крыша Алькантара, потолок вернее. Двери какие тяжелые, блин. Мониторы на подголовниках, Алькантара. Год. G63 AMG. Зец. Диски Брабус. $90,000. Готы объем? 450 гибрид, да. Год какой? 2009 год. 2009 год. Пробег? Крашеная, 91 тысяча миль пробег. 91 тысяча миль пробег, не битая, не крашеная. Цена? 19500. 19500. Контактные номера? Вайбер плюс 7 927 633 5678. Снова скажете. Тут диктуйте. Плюс 374. Плюс 7 927 633. 5678. Имя как? Вайбер, ватсап. Имя? Арман. Все, звоните. А я не знаю. 10 000 долларов, друзья. Honda Prestige. Сейчас спросим, какой объем. Канематор, а барев здесь? 2,4 объем. Гина? 10 тысяч кшаца, 120 тысяч пробег. Смотрите, какая шикарная архитектура и дизайн салона, друзья. Кресла из Алькантары. Honda Elysium Prestige. Монобровь. Класс. 70-й, есть 70-й кузов, X-Drive 3.5 мотор, 2010 год, 3-литровый мотор, Кина? Кина 16. 16 тысяч цена. Рестайлинг, да. Рестайлинг, X-Drive. Шоколадный цвет салона. Панорамная крыша. Еще 8 погрышек с дисками отдам. Подарок.
8 покрышек с дисками отдает. Кто первый позвонит, друзья, сразу даются в придачу. Звоните. А, вот они, номера телефонов. Кшацничка, на? Кшаца, это версия Газара, бать, это ваш. А. 230 тысяч пробег. Майлов? Километр. Километра. Ну, это мой домашний машина. Да. Один хозяин, да, был всего? Да. Вообще. Так. Эсинчан, инструменты, машина, да? Да. ДТП я не это, был. А? Не битая, да? Да, не битая машина. Все. Запаски 5500. А. Вот выхлопа от М. Запасное колесо и домкрат. Гина, ничка наси? 16 тысяч, 8 погрышек. В придачу. Да. Twin Power Turbo. Канидзия уже? Иде Корвет. 306 лошадок. Все. Bosch сигналы, да. Еще там две белые зеркала. Это М. Боковые, да, эти вот? Да. Боковые зеркала. Да. Две штуки в придачу. И 8. Подарок. И 8 покрышек. И эти пластмассы заводские тоже, да. Ага. Все, отлично. Там вот камеры, видишь, 360 градусов камеры, ага, есть. По всему периметру. Да. Все работает. Да. Вложение есть? Сахскавры на Анелю. Вложений не требует, говорит. Все отлично. Катализаторы, друзья, есть, не снятые. Так, Королла, друзья, здесь еще одна. И две гоночные машины. Muscle car, вернее. 21-2020 год. Toyota Corolla. Мустанга. 20 тысяч. 5-литровый, да? Нет, 2,3. 2,3 турбо. Эси? Dodge Challenger, да? 20-й год, 30 тысяч долларов цена. Я заводской гунь, да? Сакан и мотора. 3,6 объем, 20-й год. Тканевый салон. Цвет, говорит, заводской его кузова. Ford Mustang, Corolla SE комплектация, вернее. Новые покрышки, все новое. Давайте салон сейчас посмотрим. Тканевый салон. Монитор. В общем. О, внутри парилка, друзья, так как салон черный весь. И цвет кузова. Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на Rarity TM! Представляю вашему вниманию еще одного красавчика Mercedes-Benz A180. Цвет серебристый металлик, машина находится в шикарном состоянии.
Объем 1,8 литра. Пробег, вы удивитесь, всего лишь 59 тысяч километров. Тканевый салон. Чистый, ухоженный. Цена $5,300, друзья мои. Специальное предложение только для зрителей нашего канала. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Чистый ухоженный салон, нет потрепанных мест. Красивый цвет салона. Дамы и господа, еще одна красавица, успейте купить. Honda Accord, объем 2,4 литра, 68 тысяч пробег, 2013 год. Предложение тоже по специальной цене только для вас, для зрителей и подписчиков нашего канала. Всего-навсего $12,000. Чистый ухоженный салон. Машина тоже в хорошем состоянии, не требует вложений. Еще раз повторяю, пробег всего-навсего 68 тысяч. Отличное состояние, без вложений. 2013 год, $12,000. Итак, всем привет, друзья, еще раз. Продается свадебный лимузин Chrysler в шикарнейшем состоянии. 2000 год, пробег 144 тысячи километров. Цена $4,500 всего-навсего, друзья. Сейчас появится на ваших экранах номер телефона хозяина. Звоните напрямую, договаривайтесь и покупайте. Спасибо за внимание. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Так, поднимаемся, друзья, вперед, наверх. Ничка, nice to Arega, Байлюс. 9000. Туарег. Вот Lexus красивый очень. 19 год. 2,5 мотор. ЕС 250. Ничка нас, Рагина. Байлюс. Опа! Опа! Байлюс, ничка на? 45 тысяч. Кшаца? Кшаца? 61 тысяча пробег из салона, друзья, не с аукциона. Шикарнейший Lexus. Вот смотрите, друзья, человек добровольно, я думал, это какая-то специальная организация или
мэрия занимается какой-то специальный работник. Оказывается, люди по своей воле, видите, убирают от окопков, от некультурных людей, которые все время бросают мусор. Видите, даже что можно найти. Вот люди собирают специальным приспособлением, собирают весь этот мусор. Каждый день по одному пакетику по всему миру соберите, пожалуйста, и давайте начнем движение. Стыдно бросать мусор. И это пускай распространится по всему миру. 8 мая будет фестиваль чистоты по Армении. Давайте сделаем... Челлендж. Челлендж, да, такой всеобразный. Чистота – это залог не только здоровья, но и залог... заботы о природе и экологии. Не только, Арсенчан. Я еще скажу, что в чистой среде появляются чистые мысли. Все эти войны, которые Россия, Москва, не знаю, Армения, Азербайджан, все такое, Сирия там или что такое, везде. Это все из-за того, что в умах и в душе человека собралось куча мусора. Надо этот мусор выбрасывать. И, очистить от этого мусора, да. Избавиться. И это надо начинать с окружающей среды, когда мы будем чистить нашу среду. Отличная мысль, брат, полностью согласен. И наши мысли очистятся, и наша душа очистится, и мы будем жить... И природа воздаст добром. Да, обязательно, природа обязательно все... возвращает, бумерангом возвращается. Бумерангом, да. Вот, не знаю почему, вот там урна, смотрите, туда урна, и человек придумал себе место, куда положить бичок, да? В стенку какую-нибудь. И не один человек, а кошмар. Человек. Это кошмар. Это деградация. Я не виню этих людей. Это деградация полностью, везде. У людей фоновый режим. Они везде привыкли видеть мусор. Они повторяют за кем-то. Правильно. Плохой пример, заразительный. Да, да, да. А сейчас я уже 160-й день. Каждый день по одному пакетик мусора. Это из-за того, что если ты хочешь что-нибудь донести до людей, еще и нужно делать что-то. Просто словами нельзя донести. Надо еще что-то сделать, чтобы тебя услышали. Да, вот и человек, я вот хочу напомнить вашу мысль, то, что вы поделились, что на день рождения вы всех попросили принести в качестве подарка пакет мусора. Да, тем это для самым... меня важно было, да. Да, да, да. Я самым... каждый год буду, два года уже подряд, еще будет продолжаться, каждый год в мое день рождения я прошу всех моих знакомых, друзей, подписчиков родственников, также. Подписчиков, да, со всего мира, не только да. С Армении, со всего мира, чтобы мне подарили пакетик мусора. Да. Еще моя свадебная фотосессия была в лесу, когда мы с женой собирали мусор. Да. Еще такое было интересно. Отлично. Вот представляешь, если все вот последуют твоему примеру и будут ходить с такими... Это заразительно, Арсенчан, да, потому да. что... Будут ходить с такими приспособлениями, да. И мусор собирать вообще мусора не будет. Я этот... И туристы тоже, между прочим, будут получать удовольствие, восхищаться и не раз приезжать опять сюда, возвращаться. Я вам скажу еще, что те гости, которые приехали с России, уже связались со мной. В субботу будет челлендж, да? Бег и собирание мусора, такой да, праздник. Да. В Ереване и в Анадзоре. Да. А 8 мая будет вот по всей Армении. Откуда будет стартовать, скажите, многие могут присоединиться. В данный момент, скажу сейчас, организатор мой товарищ, сейчас он меня скинул ссылку. Стартовать будет... Можете позвонить по телефону 094, организатор 094-94-32-33. Да. Это плогинг по всему миру, такой спорт есть, вид спорта, плогинг. Это легкий бег с собиранием мусора. Да. В Ереване позвоните организатору, еще раз повторяю номер. Да. 094-94-32-33. Это будет в Ереване и в Анадзоре. Кто хочет, присоединяйтесь.
Всем хорошего дня. Спасибо, спасибо всем тем, кто не бросает мусор в неположенном месте. Еще раз от всех адекватных людей говорю вам спасибо огромное, пожалуйста, за вашу деятельность. Всем спасибо, до свидания.